А перед началом ролика хотел бы сказать вам очень большое спасибо. Я реально не ожидал, что вы так быстро наберете 100 лайков. Вы набрали буквально меньше чем за сутки практически 200 лайков. Это очень круто. Надеюсь, под этим видео будет такая же активность. Если что, данная физика будет работать на любом сервере, поэтому просто устанавливайте и на всех серверах, где вы хотите или будете играть, будет работать эта физика. Приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня вам покажу, как устанавливать зимнюю физику. Но перед этим хотел бы напомнить, что я играю на сервере Родина РП, Центральный округ. Если вы хотите играть вместе со мной, то обязательно вводите мой ник при регистрации. Все, что вам нужно, будет в описании, это IP, группа и так далее. Поэтому, кто желает, можете скачивать модпак, устанавливать и заходить играть вместе со мной на Родину. Перед установкой давайте я вообще объясню вам, что дает зимняя физика для тех, кто не знает. Зимняя физика вам дает то, что вашу машину сильнее сносит, чем обычно, то есть заднюю ось. И вы, грубо говоря, на любой машине сможете спокойно дрифтить и наслаждаться, в принципе. Ну, то есть физика приближена к зиме. Поэтому, пацаны, не будем тянуть, переходим на рабочий стол и будем устанавливать. Погнали! Итак, первое, что вам нужно сделать, это перейти по ссылке в описании и скачать саму зимнюю сборку. Она весит немного, буквально, 3 мегабайта, пацаны, это довольно-таки мало. Установка очень простая, займет у вас максимум 2 минуты. Просто нажимаете скачать и ждете, пока у вас она скачается. Вот, она скачалась, и теперь ее нужно просто-напросто открыть. Нажимаем вот сюда, открываем, и здесь у нас будет две папки, дата и модул. Что вы делаете дальше? Дальше вы берете и открываете папку с игрой. Сразу скажу, что при установке игра и мультиплеер должны быть выключены, чтобы все нормально установилось. Так, у меня это DC Gamer, GTA Kingdom Russia мультиплеер, и мы заходим вот сюда. Вот, заходите в папку с игрой, это GTA Kingdom Russia, открываете ее и больше ничего не делаете. Смотрите, здесь у нас есть вот такие вот папки, как Data и Models. Здесь есть тоже вот папка Data и папка Models. Что мы делаем? Мы заходим здесь в папку Data, вот, и у нас здесь файлы есть, вот они, я думаю, вам видно. И здесь тоже открываем папку Data. И здесь тоже есть такие же файлы. Что мы делаем? Здесь есть вот такая вот папка Pad. И здесь тоже есть такая папка Pad. Не знаю, как правильно читается. Ну, короче, я так читаю. У меня с английским немного проблемы. Открываем здесь эту папку и открываем здесь эту папку. Вот, здесь 4 файла и здесь. У вас эти ярлычки могут быть другие, поэтому не обращайте внимания, просто делайте все как я. Итак, берете и переносите вот эти файлы вот сюда. Просто берете, переносите. И нажимаете заменить файлы в папке назначения. Все, заменили. Отлично. Здесь нажимаете назад и здесь тоже нажимаете назад. Здесь есть вот такие вот файлы. Их тоже берете, просто копируете и переносите вот сюда. Также нажимаете заменить файлы в папке назначения. Вот, заменили, все, отлично. Здесь нажимаете назад и здесь также нажимаете назад. Все, теперь есть папка модул. И здесь тоже есть папка модул. Здесь открываете эту папку и здесь ее открываете. И здесь есть два файла, вот. Здесь есть такие файлы и здесь. Просто берете отсюда их, переносите вот сюда. И нажимаете также заменить файлы в папке назначения. Все, вы заменили и все, больше вам делать ничего не нужно. Вы берете, просто закрываете и, допустим, просто открываете мультиплеер и заходите играть, где вы хотите. Я надеюсь, я вам помог, пацаны. Все очень легко, делайте все как я. Повторюсь, игра должна быть закрыта, мультиплеер тоже, чтобы все установилось. Напоминаю, я играю на Родина РП, Центральный округ. Играйте вместе со мной, все есть в описании. Все, всем спасибо и всем пока-пока.